Он начинал свою карьеру как Майкл Болотин, и ничего у него не вышло. Спасибо. Для меня большая честь. Спасибо. Для меня действительно честь представить следующую награду, потому что среди номинантов есть любимые и уважаемые мной певицы. И хотя у каждой из них свой уникальный стиль и свой уникальный звук, у них есть одна общая черта. Это огромный талант, который виден в каждой их песне. Представляю вам финалисток в категории «Самая продаваемая в мире певица». Вот они. Энья. Песня «Only Time». Дайдо. Хантер. Алиша Кис. И Бритни Спирс. И самой продаваемой в мире певицей становится Энья. Родом из Ирландии, настоящее имя Энни Этьен Ни Бхраунян. С детства училась играть на фортепиано, участвовала в семейной фолк-группе «Клэнд». После того, как группа распалась, Энни решила, что будет сочинять музыку для фильмов. Первый фильм, где прозвучала ее музыка, назывался «Принц-лягушка». Получение этой награды поистине великолепный момент. Я хочу поблагодарить свою звукозаписывающую компанию Warner Music и особое спасибо моим поклонникам. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо большое. До свидания. Вы смотрите трансляцию церемонии вручения World Music Awards из Монте-Карло на ОРТ. Надо сказать, когда я думаю о музыке, которая питает ум, тело и душу, я сразу вспоминаю одного исполнителя. И кажется, в данном вопросе со мной согласится весь мир. Она получила Грэмми и номинировалась на Оскар. Она продала более 60 миллионов альбомов во всем мире. И все это она одна. Сейчас она споет песню из фильма «Властелин колец». На сцене снова Энья. You may rise.
Божественная Эния и песня из саундтрека к культовому фильму «Властелин колец».